Всем, значит, здравствуйте. Мы возвращаемся. Прохождение Call of Duty Black Ops первой части. Я буду в этой серии я буду материться. Вы увидите горение стула. Вы увидите горение всего, что только есть в моей комнате. Нутро мое выгорит полностью, я чувствую за эту миссию, так что продолжим. Это как обычный глюк. Ты надеялся, что он приведет тебя к Драговичу? Не знаю, почему так. Я не знаю, как о таком вы говорите. Драгович. Драгович, не Драгович. Может быть, это жопа. Послан правительством. Да-да-да. Послан правительством в жопу, иди. Я помню... Вьетнам. Чёртова Кесань. Это 68-м? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель... Секретная русская база в Лаосе. Да, мы все помним. Мы начинали уже эту миссию, что надо... Надо победить. Хадсон. Мистер Тень. Погнали. Бессердечный ублюдок. Согласен, сволочь. Ну что ж. Надеюсь, это даст нам... Что я сегодня спокоен, я сегодня собран. Я остыл с того момента, как предыдущая серия была. Они не отступают. А нет, сохранение есть. 1-7, это самый жесткий, по-моему, момент из всей игры. Их просто миллион. Вот этот видно, походу, его душу. Оттесните силы от АЦБ, я не знаю, как их оттеснить. Чего их оттеснить надо? Чувак, ты бежал назад, нельзя бежать назад. Я не понимаю, как пройти эту игру, по-моему, это нереально пройти. Вон цель. Я тут уже доходил, но ничего не происходило, их просто бежит. Их бежит просто миллионы, и они стреляют. Чтобы не отхватить себе по роже пулей. Сдохни, вы все там бегаете, чем можно. И ты сдохни, тварь. Он сходу попадает. Он изи, просто изи. Он говорит, сходу что, изи-бризи, чувак. Делать, говорить, что они узкоглазые, надо говорить, что это азиатские лица, но их реально их дохрена. Их миллионы, они не кончаются никогда. Я готов отрывать вам руки, у меня просто, понимаете что, вам не жить. Вам просто не жить, Видите, вот выйти нереально, выйти просто нереально. Они просто зашивают, просто сотнями патронов заливают. Противник мертв. Да да ладно. А это кто? Друг? Они возле окопов. Да взорвись ты, обочка. Траншеи, да-да-да, в траншеи, я помню все это говно, что ты несешь. Ты что здесь делаешь? На складе ты наш. Это наш склад, ёптвою мать, говно, жопа. Гранатки здесь вот, гранатометки, можно их заливать просто сотнями.
всяких боеприпасов, но они все равно не кончаются. Сколько ты в них не выстрелил, сколько ты их не убил, они все равно не кончатся. Видите, видите, вот просто вылазит, прибегают новые, новые. 16, может взять себе пунктовку легкую на всякий случай. Вот ты их М16. Легенькая, очень легкая винтовка, что вам прицел есть. Пока есть гранатометом. Вот эту штуку мне нужно обязательно. А есть. Ой, это типа винтовочка снайперская, да? А я помню, что она здесь лежала, я должна. Их можно выносить, их можно выносить. Они возле окопа. Слышу за сектором. Готов. Их очень много. Готов. Их нереально много. Их всех невозможно просто убить, просто это невозможно. Просто стрелять, я куда-то бежал вперед, что-то пытался сделать. Мне кажется, просто бежать вперед и отстреливать корейцев или кто это, я не знаю, кто это. Это какие-то какая-то бесконечная армия каких-то азиатов. Залипает кнопка прицеливания. И давай, может сдохнуть. Сдох, ты сдох, вы все сдохли, пожалуйста. Просто нереально, блин, нереально. Может рискнуть? Нет, живи, живи, живи! Блин, ты что, сука? А, не могу я. Мне кажется, надо просто бочку эту взорвать. Как ее херам взорвать, если они зашивают тебя со всех сторон? Может, в бочку стрелять? Вертолет? Как он взрывается от ракеты? Ой-ой-ой-ой, забыл то, что у меня гранатомет в руках. О господи, эта миссия просто что-то с чем-то. Просто что-то с чем-то. Нацвинь гранатомет, дай мне свой винтовку. Чего ты за тупа? Они меня запинали. Где прикрытие? Где прикрытие? Надо, в этой миссии надо не спешить, надо просто успокоиться, не спешить никуда. Зачем куда-то спешить? Возьмем вот эту штуку. Как он называется? Что у нас есть, что без такого? Нет, нет. Никаких дополнительных средств, ничего. Абсолютно ничего не делаем. Абсолютно ничего у нас нету в этой игре, в этой миссии. У нас ничего нету. А скоро я потеряю свою гордость. Что? Да как? Я же стрелял. Это жесть, это просто жесть. Но я не отступлю, я буду пытаться проходить эту миссию. Я буду брать их патроны, я буду стрелять, там будет пулемет. Всего, что у меня есть. Или все-таки надо просто убивать их, пока они не закончатся. До определенного количества. Задание выполнено. Какое задание выполнено? Что я выполнил? Все приказом. Мне кажется, просто надо убивать. Просто убивать, пока они не закончатся. Но они не кончаются, вы понимаете, в чем загвоздка всей этой миссии? Они не кончаются. Я-то могу вот так вот делать. Я могу по тем стрелять, мне так этих патронов не жалко.
хил, хилимся, хилимся. Хилимся, все хорошо, так. Берем вот эту штуку. Штурмовым прицелом 14. О, калаш, штурмовый прицел есть. Это можно его. Берем калаш и начинаем уничтожать. Уничтожать живую силу противника с помощью калаша. Просто, просто изи. Ты сдохнешь или нет? Пойдем, пойдем, пойдем. Тут же они должны быть. Да, есть, есть патроны. Калашу, их мало, их мало. Потом мы стреляем 14, и фу, 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 патрон есть. Эту миссию просто не представляю, просто не представляю. Нет, это Unreal, это просто Unreal. Я вам говорю, просто Unreal.
сколько же вы сейчас еще придете? Убит, ты, он убит, и уже тысячи убиты. Кто стреляет? Ты стреляешь. Да и мама не ждет дома, что я не понял. Вот. Миллионы, миллионы солдат гибнут просто ни за что, ни за что. На, ловите крен. Он всех помочил, а? Так, не осталось, не срать, кидай, что есть. Я просто спаситель бога. Да, погнали, Вудс. Не стреляй, повторяю, Вудс, не Хатсон, стреляй. Вудс. Огонь прямо по ним. Захожу на второй круг, прием. Отставить приказ. Охренеть, просто охренеть. Оттуда. Всех тут. Повторите. Ох ты, ёб твою мать. Нечто это гранатомет. Ну, вечно найдут ряди вот эти ракетницы, а? Так
сдох, попал. Блин, а дайте мне с этой пострелять штуку, я хочу. Что делать? А, вот. Попал? Попал, попал. Тут нужно как-то... А, просто танк пока отстреливаться от людей. Ты едь, а то ты стоишь как самая лучшая мишень просто в тире. Перезарядка прикроет. Да ты ездишь в машине, ничего не делаешь. Я что, не попал? А, есть еще. Я просто рядом захочу, да? Сейчас мне так не попадают через каждые 5 секунд. Сейчас я сдох. Лучше мне как пулемет. Пулеметиком можно направо и налево. Вот, приехали туда. А вот. Мимо. Ювелирно. И еще, прямо в гусеницу, через каточек. Хорошо там попадание, за попадание. Ну что делать? А можно просто сразу стрелять? А все, вылезать типа? Они что-то замышляют, и скоро вернутся. Они что-то замышляют? Они, блядь, эти пидорасы любят что-то замышлять. О, черный. Ну и привет, тебе, Мейсон. Как зовут? Вьетнама. Рад тебя видеть, Алекс. Мы хотим поговорить о встрече с русскими в Лаосе. Такая музычка играет. Хадсон. Что, Хадсон? Затащили каточку. Детское наступление начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Да ладно. А, ну да, точно. В военном комплексе США в Хюэ. Нет. Мы точно знаем. Он сдался именно там. Ты был там, Мейсон. Получил данные о Драговиче. Полные. Но это вас не спасло. А ну заткнись. АСВ окружили город. Они спалили комплекс дотла. Перебежчик точно погиб. Он не погиб. Безнадежное дело, но ты вернулся. Зачем? Он остался без охраны. Я не верил, что он погиб. Я отправился за досье. Да ты отчаянный парень Мейсон. Надеюсь, это оправдано было. Сейчас начнем эту миссию, может быть, не очень поиграем и закончим эту серию. Ох, я прошел это говно. Я просто доволен собой. Невероятно доволен собой. Ну, а схлысченный... Позывной Оскар. Оскар? Ответный Мейсон с подтверждением ответного успеха. 2 февраля 1968 года. Тут перебежчик с Хюэ. Это видно какой-то... Какой-то... Город. Да. Опять... Ох ты. Ох ты. Война. Вертолеты. Мы на вертии. Но мы не пилот. Мы просто рядом. Да, мы идем как... Опа. Пускаемся. Срубили одного. Ёб твою мать, что творится? Что делать-то? Жесть. Просто летали, что делается? Что творится? Хорош. Да ты просто Рэмбо, чувак. А, у тебя ж повязка рэмбовская есть. Пристрели эту свинью. Он встанет. Куда идем? А чё, надо куда-то идти? Я тебе говорю, куда идти. У северного крыла вьетконговцы. Поджари бомба. М1 на подлёте. У меня же есть автомат нормальный. М16. Спас лучше на FN4 заменим, потому что я не хочу и не люблю бегать с дробовиками. Готов!
То есть, по-моему, у Франкова, походу, очень высокий калибр. Она отрывает руки-ноги. Кстати, это было изи. Уже иду. Мирные жители? Откуда здесь? По-моему, здесь нет мирных жителей. Не простреливает, стенка не простреливает. Трансполз молотомет, а, свои. Ну, тебя, сори, сорян, пацаны, сорян. Тимки у меня не запишите. РПК можно взять. Спас, ты знаешь, что это. Ты чё, охренел? Гражданских казнить. Можно прицельчик на винтовочку взять. Наш танк почти одиночный убивает. Не убивает гражданских, что за хуйня? Ты чё, охренели, вьетнамцы? Ой. То есть ты чё? Да ты, да это враг был. Я хвалю. Это был предатель. Почему игра мне не верит? Гражданских-то убивайте, они там что-то сделали. Вы видели? Он сходу так влепил мне на все хп. Ага, перезарядочка длинная-то. На, жри сам свою гранату. Сдохни, чмо. Ты чё, вся поверил, что ли? А этот чё, тоже думает, что всё можно? Ну, ворвался неправильно, сделал, надо было с второго этажа их обстреливать. Сверху-то легче. Сверху-то легче. Чего есть? Фол. Убежище впереди. Не выпендривайся, сынок. Не понтуйся, не выпендривайся. Убежище там, внизу. Убежище какое? Какое убежище? От апокалипсиса? Прямо в голову, прямо в хвате. Я же могу пятерой, да, включить себе этот. Нахер пошел. Нахер пошел. Няшка. Приятного птица. Кушай. Убежище взято. Как все красиво, ух ты, ёб твою мать. Ты чё? Я рассматриваю вообще-то графику. Ой, ёб твою мать. Что там за читер? Кто стреляет-то? Он мог вернуться в командный пункт. Он мог уцелеть. Как ты гранатку выдержал в лицо? Выбить? А, типа там сейчас надо будет в слоу-мошене все сделать. Нет, вот. Убежище напротив командного. О, команда. Или это то, что у меня есть? Да, то, что у меня было. Посмотрим, что это за автомат такой. Следующий раз. О, команда шла прицелом есть. Неплохо. Это какая-то серверная, что ли? Походу, это такая довольно точная винтовочка, но с очень маленьким домашком. Попробуем ее. Типа эмочки прокачанные. Ну, я их пока возьму, все типа тяжелые. Почему ты начал заряжаться? Ты взял ствол, да стреляй ты с него сразу. Ох, конь ты, ёб твою мать, вот это ты конь. Мейсон. Не выпендривайся, чувак. Ох, ёб твою мать, там просто рассадник. Там рассадник говна просто.
Мы их там закидаем, конечно. Дозьмем одно команду с гранатометом, а кто такой? Второе с прицелом, да. Просто на все, на случай, все, все случаи жизни есть ствол. Сейчас лучше гранатомет, чем здесь. Вот этого убить сейчас, тогда можно будет стрелять туда гранатами. Несколько сразу. Нет, гранатомет вообще страшная штука. Выносит просто людей на повал. Ну и чё? Куда идти-то? Поддержу? Я поддерживаю, ребят, поддерживаю, конечно. Что? Что за бред? Я просто так, что ли? Бегу туда сюда? Конечно, чисто, здесь же я. А, теперь нельзя залезть, да? Вас понял, Лима 9. Шевелитесь, если хотите уйти оттуда живыми. Перегруппируйтесь. Перегруппировался. Ага, как сказал. Ты сквозь стул пройти можешь. Ты жесткий. Мейсон, дверь в дальнем конце коридора. Боуман, за мной. Ах ты, говно, слышь, чё? Хорошо. А ты кто такой? Резнов? Резнов. Дедушка Резнов. Вот он ты. Камбэчит. Камбэчит, мужик, по-страшному. Вашим вождям нужно остерегаться. Драгович собирается атаковать запад. Да. Я вижу. Атакует по-страшному запад. Я знал, что мы встретимся. Его власть растет, как опухоль. Даже Кремль не в курсе его истинных замыслов. Да-да-да, Резнов, погнали на Берлин, погнали брать Берлин. Го-го-го, го бежим. Да-да, до площадки, да, я знаю, там. До главного Берлинца. Меня надо еще крашить, я не знаю, кто убил. Это ваши люди? Вот, Оман. Я Резнов. Виктор. Почему так долго, Мейсон? Надеюсь, информация того стоит. Конечно, стоит. Погнали. Тут Резнов. Тут Резнов, дедушка Резнов с нами, так что все, мы победим. Можете вообще ничего не делать больше. Спасай его! Спаси моего друга! И ты, конь. О, тут фу. Бьются, бьются. Защитите, заберите передачу. Типа можно теперь авиаудар вызывать? Но я хочу по ним. Ну и что теперь? Где мое? Где моя поддержка? Вот, вот это я и хотел. Неплохо, вот это было неплохо. Где так могу, да. Ничего не видно, дым. Хорошо, хорошо, ребятки, хорошо. Хорошо, знаете, когда у тебя есть поддержка пехоты, вертолета, танков и всего подряд. Что вьетнамские не любят? Теперь не так просто нас сжать в окоп, когда мы чуть перевить вам не могли. Можно пройти здание, да? Да, вот. Просто закантрил чувачка. Куда ты пополз он? Они подорвали батарею.
все тебя взорвать? Внимание! Начинаем обстрел! Уничтожил? Уничтожил. Пока взорвалось, да? Башню прокатил. Погнали, чё, идём? Ой, так не, не свой, блин, что он вот свой. Грен. Ты чё гранаты не бросаешь? Знаешь, как они дорого стоят сейчас? Сука. Ах, мать вашу, просто нереально. Просто в нём. Начинаем быстрее обстрел. На, стоп, теперь все. Шикарный, просто лучший. Просто лучший. Окошко вылез. Мега форточник. Очко пострелил. Но они жесткие, до хрена, и они жесткие. Ох, так самое главное верхняя. Верхние они самые неудобные для обороны. Погнали со мной. Защищаем здание. Чё, а типа так нельзя, да? Типа неопределимое препятствие. Это вообще никак нельзя. Это просто тумбочка, это все. Жопа, да? Тумбочку не может. Суперсолдат армии США не может перелезть, мать вашу, тумбочку. Ну, охренительная система. Мне кажется, надо просто не несуваться. Ладно. Китайцы какой-то знакомый даже. Очертание. Мы там пишем. Или 13, короче, СТ-10 Китай. Очень похож на него. Или просто на шарбой попадал. Ну да ладно. Сдохни, сдох. Не надо здесь своих. Надо дотерпеть до следующего удара. Что тут выпендриваешься? Ну классно, что можно в ногу убить. Вот мне нравится. В ногу можно изи вообще убивать. Цель. Я поставил, все, отдыхаем. Просто отдыхаем. Они там будут воевать, мы отдыхаем. Пацаны, я покурю пока галочку, хорошо? Все, отработал по цели. Стало нам легче от этого. Музон рубает какой. Что, все, можно идти теперь? Под чем? Как ты не стрел? Никого нет. А, вас понял, Техас. Техас? ССУ на третьем этаже, в конце улицы. Поможем Гудс. Ох, ёб твою мать, чё, продавили? Да, видно, продавили. Ух, ёб твою мать. Слезь меня, некрасивый. Колман, давай, давай. Может, я в этом может двойка убить. Спасай, спасешь его, доверь тебе. Что делать? Ёб твою мать. Что случилось? Я не мог поверить, что Резнов Хьюэ. Что он и есть перебежчик. Он пришел за тобой, Мейсон. Резнов вернулся. Да, Резнов вернулся, камбэк.
Comeback. Мне кажется, Резнов что-то типа опять без предателей. Что вы людей-то убиваете? Ничего не сделали вам эти люди. А вы их убиваете. Вы не должны ничего плохого не сделать. Пока что. Вот это выстрел! Конечно, шикарный выстрел. Наверное, это, наверное, конец серии. Что сделать? На меня крепко насели, Чарли! Долго там еще? 3 секунды! Кто садишь? Зачиста! Резон, ты как? Молодец, Мейсон! Конечно, молодец, красава. Братан, тихо, не кипишуй. Хорошо. Вот мы и выбрались. Погоди пока. А зачем я... Ну да ладно. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки, ждите. О, типа сейчас отбиваться надо будет, походу. Воздуха невозможно, подбираем раненых. 1023 патрона. Перезаряжайтесь, защищайте. 1000, мать его, 23 патрона. Можно просто... Сначала берем раненых. Будут еще вертушки, ждите. Куда ставить? Откуда они пойдут? Куда ставить? В какую сторону? Оттуда, типа? Там на своем корейском. Еще можно взять. Вот они! А, типа, по периметру, они отсюда могут пойти. Ну сюда поставить. Сюда поставить. Сюда поставить. Сюда. Сюда. Жесть, опять очередная оборонительная миссия, где просто будет миллион китайцев. Это меня так бесит, просто бесит. Я, считайте, сам гранате прибежал, но... И, скорее всего, мы закончим на этом эту серию. В следующий раз будем уже обороняться от неимоверного количества вьетнамцев. Так что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, чтобы я мог делать свои видео лучше. Так что, всем спасибо, всем пока.